Привет, друзья, коллеги, девчонки-пчелки. Сегодня незапланированное видео, но тема видео такая. А что делать, если пчелы не хотят объединяться через газету и не прогрызли газету? Двое суток уже простоял, значит, отводок сверху. Внизу матку я убрал, а пчелы газету так и не прогрызли. Я им уже там и больше дырочку делал. Не поднимаются. Значит, причина в чем-то есть. Поэтому давайте совместно разберемся с этой причиной, почему пчелы не захотели прогрызать газету и подниматься вверх. Я уже в предыдущем видео говорил, что плохо соединяются, когда внизу есть расплод. Потому что они тянут маточники, значит, себе замену, и вроде как им ничего больше и не нужно. Так что, глянь, а может где-то матку пропустил, еще одну. Вот, ну, всякое может быть у нас в пчеловодстве, поэтому давайте посмотрим. Я сюда уже заглянул, они не прогрызли газету, поэтому как бы... Сейчас я этот корпус сниму. Так, и вот дырочку побольше сделал. Не хотят. Или из-за того, что похолодало. Или по какой-то другой причине. Но пчелы сидят хорошо. Вот того гула, знаете, когда матки нету. Нету такого гула. Так. Яйца. Яйца? Яйца. Вот тут яйца. Так что получается здесь матка есть. Ну это скорее всего осенью мы когда подставляли. Ну с... по несколько маток, да? Да. А че осенью? Вот то скорее всего там две матки и было. И это... Ну сейчас... Что гадать? Сейчас посмотрим. Ну тут ее на расплоде навряд ли что она будет. Ну, двое суток прошло. Это могли быть яйца, отложенные маткой. Трое суток яйцо. Поэтому яйца как бы могут быть. Но пчелы ведут себя очень хорошо. Так главное, что не потянули жматочника, я не вижу. Ну, знаешь, там матка есть. Ха, вот это нарочно не придумаешь, называется. Личинка и яйца есть. А яйца торчком стоят или лежат? Они должны бы уже лежать. Ну такое наполовину лежачее. Ну там я не помню, какое было. Но тут яичко есть. Не, ну маточники по-любому потянули. За двое суток маточник был бы уже. Да, я гляну, яйца есть. Ну, личинка. Ну, яйцо он есть. Ну, такое же ложится. Ну, личинки. Ну, так она вся засеянная рамка. Да не, ну. Ну, быть такого не может. Может. В моей практике такого еще не было. Всякое было. Но вот такого не было еще. Да ну в садку они подносят что-то. Тут мне говорили, что старый мед перерабатывают. Да ну,
Может быть, немножко перерабатывают, но выделение садков было хорошее. А ну, поверни так чуть-чуть. Нет, тут нема. Там залито верхний пояс. Так. Ну и шо вот это? Маточников нету. Пчелы себя хорошо ведут. То есть, как будто здесь матка есть. Но я ее убрал своими руками. Точно знаю. Я же пересмотрел тут той пчелы. Практически. А вот потянули. Мисочка. Ребята, что вы вот это нам за головоломку задали, а? Не. Ну, рамка вот это все засеяна. Вот это все пустое. Ну, уже должны были потянуть маточники. Так. Так. Да он есть, яйца вон, торчком стоят. Вон. Ну, я же за эти и говорю. Так что вот это? Шо, матка где-то здесь. Да, скорее всего, да. Ну, помнишь, как мы в отводке искали раза четыре, что не могли найти? А она там была. Была. Что, раз этот самый нести? Че, через газету? Разделитель вот тут. Да нет, давай сейчас поставим через разделитель их. Ну, запах такой ладит. Да. Потом через какое-то время, может, она где-то на стенке бегает, лазит. Ушла с рамки. Такое может быть. Значит, поставили мы обечайку, там двойная сетка. Вот, чтобы, ну, тепло, запах от общения шел. А сейчас прошло еще двое суток. Это уже четверо суток. От того, как я поставил на объединение, но они же через двое суток через газету не объединились, поэтому сейчас все равно гляну вниз на наличие маточников, а может быть, наличие матки. Такое было, но такого еще не было. Чтоб... Да. Так, личинка есть, маточников нету. И пчелы себя ведут тихо и спокойно. Так что, в улье было... Ну, пока что преждевременно делать выводы. Пока что только одну рамку поднял. Так что сейчас посмотрим все рамки, а потом уже будем делать выводы. Но матки я не вижу. Да что ж такое это, а? Творится в этом белом свете. Но яиц тоже нету. Так, матки я не нашел, но я принял решение. Сейчас все рамки с расплодом заберу. Яиц нету. Те яйца, которые мы видели двое суток назад, ну, уже личинка лежит, яиц нету, но маточников тоже нету.
хочу. Оставлю я их на одной рамке. Вот это было, но такого еще не было. Ага. А теперь еще попробую поклади ее. Ветер шишка. Так. Поймать. Чтоб ветра не было. Сейчас там дырочки проделать. Объединились они или не объединились? Да кто его знает? Пчелы вроде как было, так и осталось. Прямо даже не знаю, что думать. Вот почему они не объединяются, а? Не прогрызли. Да что ж такое, а? Не хотят объединяться, а? Неужели матка там есть? Я в замешательстве. Ну я же ее сколько пересматривал. Там можно же было уже 10 раз найти ее. Даже поползновений нету на объединение. И пчелы вон сидят, висят. Гроздьями собрались. Они объединились. Эба. Потянули все-таки. Вон. Мисочки. Но мисочки, они ж пустые. Тут же я расплод забрал у них. Ага. Уже начали хвосты поднимать. То есть почувствовали, что... А он нашли где-то две личинки. Что ж вам сделать? Ну еще вот так вот дырочку сбоку здесь оставлю. Я поражаюсь. Честно. Ну вот оставил сбоку дырку. Сейчас я думаю, они через эту дырочку все равно начнут идти. У кого такое было? Если было, напишите. Или предположительное что-то. Ну, реально. Значит, двое матку удалил. Через порядка 4 часа положил газету, дырочки проколол, поставил сверху этот отводок. Двое суток прошло, не объединились. Вот через сетку двое суток прошло. Те яйца, которые мы смотрели спустя двое суток, они уже личинка. И опять маточников нету. Ну такие потуги там, по-моему, что-то потянули мисочку одну. Вот.
И, кстати, она пустая была. Все. Не пойму. Или же они слышали феромоны верхней матки и не оттягивали. Вот, вот такая ситуация. Один случай из практики пчеловода. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если было интересно. Полезного тут, наверное, и нету. Ну, хотя бывают вот такие случаи, и что с ними делать. Пока, друзья. До новых встреч. Так, пока дело дойдет до монтажа, я все-таки, можешь, объединились. Полный процесс уже покажу. Ага, перелезли. Перелезли, но опять же, пчела сидит заставная вот и сидит на этом самом, на крайних рамках за заставной. Матку хоть не грохнули. Посмотрим матку, если целая. А, целая. Вот. Ходит. Вот же змеи. Тыба. Вот такое бывает. Я же говорю, что было-было. Но вот такого, чтобы вот так объединялись или не хотели объединяться, такого еще не было. И опущу их на один корпус. Рамки перенесу сюда. Все, можно сказать, что объединили с горем пополам. Все. Тройзек 10.75 будет.